Готовимся к укладке панель теплого пола. Вот сколько их панели на первый и второй этаж. Основное отопление будет. Есть радиаторы для того, чтобы окна не потели. Вот. Купили подложку фольгированную. Постелим подложку и будем укладывать эти панели. Так, разложил панельки для приметки. Получается гардеробная. Одна панель. Прихожая тоже панель стоит, немножко неуместно, надо дверь демонтировать. Так, в коридоре две панели. Ванна панель. Здесь у нас получается кухня. Вот здесь вот остров начнется как раз, вот он беленький. Здесь закончится. Вот здесь. Так, в зале три панели, шесть панелей. Все остальные панели на второй этаж идут.